На последнем мартовском заседании городского совета народными избранниками был утвержден список лиц, фотографии которых повесят на городскую доску почета. В этом году на ней появится 27 фотографий людей, которые внесли вклад в развитие города, добились высоких результатов в своей деятельности. Доска почета – одна из главных достопримечательностей города. Ежегодно на ней можно увидеть новые лица, имена и фамилии. Среди них ветераны войны, врачи, учителя, руководители предприятий и организаций, представители силовых структур. Неизменным остается состав 10 лиц, которые удостоены звания «Почетный гражданин города Рассказово». В администрацию города Рассказово поступают ходатайства от руководителей коллективов, общественных объединений. Прием заявок начинается с 1 января текущего года по 1 марта этого же года. Дальше администрация города, весь материал направляется в постоянную, в профильную постоянную комиссию Рассказовского городского совета. И депутаты уже из числа представленных ходатайств избирают наиболее достойных, лучших 17 человек, граждан, которые будут занесены на доску почета. Фотография учителя физкультуры, тренера по волейболу и легкой атлетике Андрея Орлова уже во второй раз украсит городскую доску почета. Почти 30 лет своей жизни Андрей Анатольевич отдал преподавательской деятельности. Сначала в интернате, потом в школе, где работает сейчас учителем физкультуры. Очень важно, когда от работы есть отдача, есть определенные результаты и успехи, признается Андрей Анатольевич. Важным, я считаю, есть такие минуты в нашей работе, в работе физкультурников, тренеров. Есть такие вот этот миг победы, когда видишь горящие глаза детей. Это прям небольшой миг такой. Вот они победили, они обнимаются, радуются. Ради этого и стоит работать. Очень приятно. Труд такой, конечно, продолжительный, чтобы добиться вот именно этого маленького, небольшого результата. Для этого приходится работать очень долго. Но это того стоит. Коллектив и руководство школы, в которой Андрей Анатольевич трудится уже 13-й год, уверены, что люди, преданные своей профессии и любящие свое дело, должны быть замечены и стать примером для молодежи. В этом месяце городская доска почета обновится новыми лицами. Это 17 человек, которые работают в медицине, на производственных предприятиях, школах, полиции. Среди них будет и фотография Андрея Орлова, одного из достойных работников образования, который воспитал не одно поколение выдающихся спортсменов. Ирина Птух, Алексей Горелкин, новости ТВ Рассказово.